говорит Дайма. Итак. Марио лучше не становится. Нужны медикаменты. Постарайся прибыть в бухту при первой возможности. Угу. Всем привет, дорогие друзья. С вами Дутон Балта. Мы продолжаем играть в Just Cause 3. Правда, не на таких уж графах хороших, но нас это волна. А почему мы так продолжаем играть? Это чтобы у нас игрушка не подвисала, не лагала. Так, а что мне сделать-то хотел? Ну-ка. Что-то вообще не понимаю, у меня на карте хоть отмечены эти некарты, но там. Чё, где? Так. А, ну вот. А ещё где? А, вот. Я себе. Вот оно где, пиратство-то. Офигеть, далеко. Так, ну, в принципе, можно, почему бы и нет. Вот так вот пролетим. Спокойненько вообще. Так, толчок. Еще толчок, давай. Ты смоешь. Так, теперь лучше вот так поедем. Так, ну. О, найс. А еще. Теперь мы прям вылетали из скалолаза, хочу сказать. Так, давай. О, вот так близко, офигеть. Я думаю, будет дальше. Так, давай. Сейчас на миссию пойдем. Я, если честно, уже пробовал записать серию, но не получилось из-за того, что игра лагала. Ну, а сейчас все супер. Как дела у Марио? О, он отдыхает. Редкая группа крови. И медикаментов не хватает. Без этого шансы на выживание статистически невелики. Знаешь, мы могли бы помочь твоему другу. Ладно. Назови цену, контрабандистка. Да ладно, всего лишь небольшая услуга. Почему-то мне кажется, что я пожалею. Ладно, слушай. Взгляни на этот танк. Что это за модификации? Повстанцы говорят, он может выдержать несколько попаданий из гранатомета. У меня есть гипотеза. Они смогли изменить химические связи Бавария, чтобы Стоп, его энергетическая спасибо. Матрица спасибо, Тео. Сцеплялась с матерью. Спасибо, Тео иногда заносит. Тебе нужно знать одно. Эта штука стоит кучу денег. Да блин, ради танк денег похищать там нельзя красивый. Уничтожить? Укради его, вот и выясним. Ха. Что ж, я понимаю. Я достану тебе танк. А ты достань все, что нужно Марио. По рукам. Отправь мне координаты. Так, ну окей, надо, значит, похитить танк. Ну, нахрена вот именно говорить о том, что он стоит кучу денег, когда, блин, этот танк... Можно сказать, очень опасное оружие, если он там имеет какую-то броню или модифицированную. Марио, такой. Держись! Нифига, его ради денег похищать. Тот так. Ну ладно, действительно, надо спасти Марио. Поэтому выполним это задание. Так. Вот разгон хороший, давно не играл вроде. Танк идет в составе конвоя в сторону Панере. Напади на конвой и угони танк, пока его щит отключен.
Вроде давно не играл, управлять. Это мы еще посмотрим. Ой, да брось! Угнать хорошо охраняемый супертанк? Чего сложного-то? Так, найс. Да-да, это еще опаснее, чем мы предполагали. Так. Давай еще. Хорош. Блин, не надо. Не надо. Нам никуда вырезаться. Давай еще раз гон. Уже так близко. Ну, в этот раз я быстрее лечу. Как у тебя дела, Рико? Приближаюсь к конвою. Хорошо. Танк должен быть где-то там. Да блин. Смеюсь. Еще давай. Ладно. Побежим так. Вспомни только его дух в годы моей юности. Так, все, найс. Сейчас догоним. О, кстати, полагаю, люк не открыть, пока активен щит. Ладно, и как же узнать эту штуку? Так, давай, открываем. Катушки не могут работать постоянно. Бавариевый танк все, похищен. Успел. Всем отрядам, отбить бавариевый танк у мятежников. Вот чеком они бавариевый танк. Ну вот что мне теперь в прошлый раз отбил в обратно. Тебя ждет наш плавучий транспорт. Ну и мясо. Там должен быть выключатель, управляющий щитом. Будь осторожнее, катушкам нужно время для зарядки, так что он будет периодически выключаться. А, здесь чертовски много кнопок. Уже танк так нормально побить, кстати. Даже я быстро не могу сворачиваться. Это тут большая проблема. Блин, хрена вы тут танк сняли. Короче, беру разгон. Не взрывай мост, пока мы не перейдем, Рико. Это единственный способ попасть туда, куда нужно. Так, давайте, еду. Надеюсь, Марио жив. Твой друг в порядке. Я держу свое слово. Как там мой танк? Найс, танк. Так, отлично. Может, тебе тогда самому за рычаги сесть? Мальчики, мальчики! Решать стоит покруче будет потом. А пока постарайтесь танк довести в целости. Хрена себе. Блин, не провалить бы вообще. Сложно. Реально, сучи, так сложно. И даже нормально. Ой, дальше, найс. Вот, мы уже почти доехали. Давай. Отлично. Теперь загоняй танк на катер. Осторожно. Блин! Про лекарства можешь добыть. Что я сделал за день? Блин, понимаете, как я сейчас лоханулся? Нахрена я нажал на пробел в танке? Блин, нахрена я хотел в этот в дрифт войти и, представляешь, нажимаю на пробел и выпрыгиваю из него. Ну я дал дёру. Зачем я это сделал? Лучше как нормальный человек просто заехал. Нет, мне надо нажать на пробел и выпрыгнуть из танка, да? Отлично. Теперь загоняй танк на катер. А, осторожно. Загоняю танк на борт.
Все. Фига себе понесло. Так, ладно, я понял, я найс. Рико, сведения, полученные из бавариевого танка, завораживают. Нужна помощь в научной работе. Приходи в бухту. Угу. Сейчас погоди, блять. Это куда ты зовешь? Опять? Не, ну окей, окей. Склад поставится. Транспорт. И тут вертолеты. Давайте вертушку. Не, ну а чё? Куда что ли так же полечу? Ну, чё-то странный вертолет, конечно, я выказал, ну ладно. Так, давай, полетели. Ты опять? Как всегда, по привычке я нажал на пробел. Ты понимаешь, насколько я сейчас утонулся? О боже, чё ж со мной не так, а? Ну давай хотя бы лодку угоним. Если сможем. А мы не сможем. Пожалуйста, дай-ка я поближе. О! Ой. Найс. Теперь сюда, давай. На перехват. О! О, как хорошо, давай. Садись водочку. Отличная погода, чтобы поплавать. Фига себе заносит. Ладно, все равно это круто. Ну вот этот, я понимаю, наверное, может и был бы скучно. Поводит иначе. Кстати, вот заметьте, все равно призы есть, призы большие, они все равно есть. Тебя графу убавлял и без как. Игра высоко требует еще под Продолжение следует...
Ну пока, найс. Пока, найс. Справляюсь так с полетом. Давай. О, а вот и я. Все, погнали. Я хочу к бабушке. Как дела у Марио? С ним все хорошо. Рико, добей меня, добей. Все-таки он еще ребенок. Зато симпатичный. Как скажешь. О, Рико, очень интересно. Что тут делает Зина? О, он умник. Сказал, что у генерала работал над Бавариевым оружием. Потрясающие результаты. Баварий внедрен в пластины брони. Дает неуязвимость к обычным снарядам, взрывам, огню. Все ясно. Что ж, неуязвимые танки. А хорошие новости я есть? Я пока не знаю, как сломать защитный барьер. Это хорошие новости. Многие из деталей для этого танка производятся на заводе неподалеку. Ясно. Дайма, давай проверим. Нет, слишком опасно. Тео может взломать их системы. Нет. Тео починит танк, а потом мы его продадим. Если у нас будет и болезнь, и лекарство, выручить можно больше. О, хочешь разработать новое оружие? В общем, решено. Мы втроем отправляемся на дело. Ясно. Мы устроим диверсию, ты разберешься с подкреплением, а потом вместе штурмуем фабрику. Отличный план. Нет, не трогай. Развлекайся, ненормальный. Ну да, ненормальный. Так, сейчас пока не понял, куда мы пойдем. На фабрику или... Эй, Рико, когда будешь на месте, найдешь игрушку, которую мы для тебя оставили. Нам от тебя понадобится отвлекающий маневр. На тебе будут военные, которые отреагируют. Все ясно? Угу. Ясно, понятно. Рико! Не хочешь рассказать старому доброму Шелдону, что происходит? Ты многих людей заставляешь нервничать. Знаешь что-нибудь про клевые танки Дировелла, Шелдон? Да, конечно, да, дружище. Как думаешь, откуда они взялись? Из старого доброго агентства, конечно. Черная рука за них не кисло отвалила. Что такое черная рука? Наемники. На Дировеллу работают. Фига себе, красиво. Серьезные ребята с прокуренными голосами. Танки у них с Бавариевым щитом. Понимаешь, черная рука заключила сделку с Дировелла. Они получают часть добытого Баварии. Запутанную уже паутину мы сплели, амиго. Угорайте, а как я за тут доберусь без вертушки? Че, ребят, какие ставки, смогу я долететь? На Винг-Сьюти до другого острова или нет? Но уже так нормально, кстати, пролетел. Но уже снижаюсь. На полпути это плохо. Ой-ой-ой. Все. Конец. Видно, конец. Сейчас, если поймаю какую-нибудь лодочку. А я ее поймаю, да? Ну. О! Отлично. Хорошо поймал. Все-таки нормально я так управился. Нормально. Сейчас уже на месте будет. Так, выпрыгнем, как говорится. Чего не
Опа, давай еще. Еще. Так, отличненько. О, фига себе подарок. Рико, как все продвигается? Я здесь. Ну-ка, попробуем. Мы на подходе. Отвлеки их. Вот. Машина. Сейчас. Где? Это жестко. Я бы даже сказал, это ужасно. Скромненько. Так, точно по графику. Посмотрим, что ты можешь, Рико. Уничтожим их. А как прицелиться на эти слоги? Мне тоже дали подарочек, называется. В следующей серии будет эксперимент, который я сделал другого развития. Нашими глазами в небе. Бавариевый завод. Он чем занимается? Выделяет этот Баварий из руды. Баварий получается чище. Его можно использовать в оружие. Только он чуть-чуть менее стабилен. И много таких заводов? Есть немножко. Судя по следовому содержанию других веществ, можно точно сказать, что в захваченном танке используется Баварий с этого завода. Определив содержание примесей и сопоставив его с делом... Вы идете уже или... Эй! Не все тут умеют летать! Так, и что я должен сделать? Давай повеселимся. Займись пультом управления. Ворота поднимутся. А как тебя уничтожить? Твою
вдруг довольна? Хватит уже, Родригес. Я начну загрузку файлов. Быстрее давай! Анька, я... А, черт! Еще фаервол! Тут серьезное шифрование. Придется еще повозиться. Рада, что тебе нравится, но мы тут долго не выдержим. Еще попадаем. О, хорош. 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 Да мне-то что? Отлично. Получается, что потом еще давай. Шифрование куда лучше, чем я ожидал. Тео, мне все равно. Заканчивай уже. Так, ладно, не иду. Блин, дайте нормально автомат. В северном ангаре стоит вертолет. Дуйте туда, я вас прикрою. Не знаю, кто. Мы наступаем, Рико! Прикрой нас! Откуда вы наступаете? Тео, ты что тут забыл? Так, стоп. Ты уйди нафиг. Рико, прикрой нас! Да прикрываю. Наступаем! Рико, прикрывай! Чё, где ещё? Хрена вы там ходите. Здрасте. Смотри, их много. Да их пипец как много. Рико, надо двигаться вперед. Так, давай. Кто там еще? Вот вертушка, давайте сюда. Ой, сейчас взорвется. Давайте бегом. Все, найс, молодцы. Так, а мне-то куда? Рико, доставай свой крюк, цепляйся! Ладно, выводи на стео. Прикрой, Рико! Ага. Так, а чё откуда? Где? Всё чисто! Почти. Почти чисто. Номер ПК! Уничтожите их! Ты так говоришь, словно это первый раз это дело. О, радуйся. Вовремя не попал. Да, тоже, тоже серьезно.
где, откуда? О, удивительно, что мы еще живы. Разорвись. Что удивительно, при твоих-то талантах хакера. Следи за словами, а то я забуду, что ты внизу и резко сяду. Ну-ну, мальчики, неплохо, Рико. Неплохо. И все. Короче. Внизу враги! Уничтожь их, Рико! Вот была базука у меня старая, только все было бы супер. Ну, дебил, что ли, улетайте отсюда, я еще просто так, что ли. Ладно, дорогие друзья, вот так вот у нас веселая информация серия. Информация с завода позволила собрать прототип. Возможно, он справится с танком, но нужны полевые испытания. Тео встретит тебя в указанной точке. Я останусь с Марио. Короче, ладно, дорогие друзья, с вами был Турпал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новые серии для Скор 3. Ну что ж, всем удачи и всем пока.